Владивостокский таксист и хабаровчанин не поделили дорогу. Претензии у водителя Toyota Sprinter, принадлежащей компании такси к оппоненту на Nissan Wingroad, есть. Почему мужчина так странно повернул прямо в крыло универсала, который его пропускал? Впрочем, пропускал или нет, до конца не ясно. Водитель Nissan утверждает, что вышло ненарочно, да и двигался он по главной дороге, так что проявлять осторожность должен был водитель Toyota. Упрямство одного водителя и невнимательность другого привели к тому, что оба ожидают приезда сотрудников ДПС. А так как аварий в городе Владивостоке достаточно, то и приезд стражи порядка может затянуться. В результате удара у Toyota незначительные повреждения, а вот у Nissan, кроме передней части кузова, две подушки безопасности на выброс.